В субботу, 9 февраля, в Химках в Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» стартует «Лыжня России». Это одно из главных зимних событий года. Клин традиционно участвует. От округа зарегистрировалось более сотни человек. А на 23 февраля намечена традиционная клинская народная лыжня. Как готовиться в этом году, расскажет Николай Матюнин. Высоковский парк. Здесь тренируются и готовятся к народной лыжне юные спортсмены. 5 дней в неделю упорных занятий. Особое внимание к коньковому ходу. Эти ребята настроены не на участие, а на результат. Мы передвигаемся коньковым ходом и отрабатываем, выполняем скоростную работу на отрезках на небольших. Вот ребята выполняют подъем, двигаются одновременными ходами, потому что коньковый ход – это преимущество на одновременные хода. Лыжная секция объединяет 35 ребят. В гонке будет участвовать каждый второй. Аня Малькова – опытная лыжница, бегает уже 5 лет. В прошлом году дебютировала в народной лыжне и даже заняла первое место. Чтобы стать победителем, надо хорошо кататься, как-то быть более энергичными. Я вырабатываю тактику без палок, чтобы получить больше равновесия. Физподготовка, а еще инвентарь – вот главные составляющие победы в гонке. Инструктор секции напоминает, лыжи важно подготовить в соответствии с погодой. Если погодные условия будут более теплые, кладется один парафин, холодный – другой. И на коньковые лыжи кладется только парафин по всей поверхности. Классикой там закладывается еще колодка мазями держания, чтобы лыжи не ехали назад. В этом году народная лыжня запланирована на 23 февраля. Участников поделят на 10 категорий по 10 дисциплинам лыжного спорта. Организаторы подготовят для участников 3 трассы. Дистанции у нас традиционные. 1 километр для самых маленьких. Это первые и третьи классы. И кто помладше, у нас и такие есть традиционно. 3-ка – это для школьников более старшего возраста и взрослого населения, мужчин и женщины. И 10-ка – это уже для наиболее подготовленных спортсменов. Регистрация участников народной лыжни начнется в 9 утра в гимназии номер 2. Первый старт назначен на 11:30 от конечной остановки в 5-м микрорайоне. Подробную информацию о проведении гонки можно уточнить по телефону 8-496-24-2-64-46. Николай Матюнин, Максим Максимов, Анастасия Гарбузова, Новости дня.